Знаєте, ми маємо знати взагалі про новинки в мистецтві, про сучасне мистецтво. І сьогодні до нашої студії завітала Ліка Співаковська, галерист. І знаєте, що цікаво? По-перше, зараз її побачите, ви зрозумієте, що це людина творчої натури. Доброго ранку. Доброе утро, доброе утро. Раді, що ви завітали до нашої студії. По-перше, ви дуже класно виглядаєте. Одразу видно, що від вас відпромінюється творчість. Дякую. І коли я читаю, що ви галерист, мені цікаво, галерист – це як і чому? Ви знаєте, ви не первое, кто спрашивает, что такое галерист. Чаще всего, когда я представляюсь галеристом, люди потупляют взгляд и говорят: «О боже, я ничего не знаю о галерах». Мы тоже не знаем. На самом деле галерист – это человек, который занимается искусством, работает с художниками, ищет таланты, занимается собиранием коллекции искусства, ну и выставками, и всевозможным развитием в этой сфере. Тобто ти зараз організовуєш і виставки, і я так розумію, що привозиш якісь роботи з-за кордону. Так, що це за роботи? Кого ти везеш в Україну? У мене є дві галереї. Одна галерея, де я працюю з молодими художниками, там я іщу таланти, даю їм можливість зробити перші персональні виставки. В основному з цього починається їх великий кар'єрний путь, тому що я роблю з ними далі і міжнародні проєкти. Так, я вже возила наших художників в Париж, в Мілан, в Мадрид, в Палермо, в Рим, в Прагу, в Вену. Вот сейчас мы едем, буквально 20 числа мы выезжаем на большую международную выставку. Я везу 20 украинских художников туда. А одним из самых больших моих достижений является то, что я представляла украинское искусство в рамках Венецианской биеннале. Это топ-топ-левел. Также есть галерея в Мандарин Мизон, где мы представляем украинских звезд. Это уже признанные, всемирно признанные украинские художники, которые выставлялись на Сотбис, Кристис, Филлипс, больших мировых ярмарках, таких как Арт Майами, Арт Базель и других. И туда же я приглашаю для выставок иностранных авторов. Так мы, например, презентуем в Украине Тахера Жавы, Тунис, Германия, Испания. Сейчас он проживает в Мадриде. Мы презентуем Александра Онищенко, чешского художника украинского происхождения, который, кстати, живет в Праге 20 лет в действующем костеле. Представляете? И пишет там свои работы. Представьте, насколько они заряжены энергетически. Да, 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 это правда. Также в «Мандарине» представлены Ирена Тон и Рос Кожман, скульптурный дуэт, которые оригинально находятся в Лондоне, Великобритания. И мы пополняем эту коллекцию иностранных авторов. И я надеюсь, что пандемия скоро закончится, и эту нашу стратегию мы сможем воплотить в жизнь и реализовать еще активнее. И вот в планах на вторую половину этого года у нас представить и пригласить еще двух итальянских художников тоже, чтобы украинский зритель мог посмотреть, оценить и насладиться этими картинами. Я думаю, мы поговорим еще саме про украинцев, так, наших митців. Але хочу запитати все-таки, як ми реагуємо на іноземних митців. Чи полюбляють зараз українці сучасне мистецтво? Якщо так, то яке саме? Очень классный вопрос, и он на самом деле достаточно философский, потому что, когда я вожу украинское искусство за границу, постоянно сталкиваюсь с тем, что публика там, на месте пребывания, они в основном поддерживают своих авторов, и у них это, знаете, как такое, ну вот я у нас купую украинский, да, только у них патриоты, патриоты, да, они поддерживают и развивают свой арт-рынок, своих художников, понимая, что приобретая их произведения, они тем самым помогают им развиваться дальше. У нас все обстоит немножко по-другому. У нас, наоборот, зритель приходит, хочет смотреть и приобретать иностранных авторов. Наверное, небольшое количество людей действительно разбираются в искусстве. Ну, к сожалению, это действительно небольшое количество людей. И поэтому они, знаете, как и все, и во всем, наверное, в маркетинге реагируют на бренды. Поэтому если украинский художник уже успел стать брендом, то тогда, конечно, его знают и его хотят приобретать. Если он еще не успел стать брендом, то мы ему в этом поможем. Мені ще дуже цікаво, ти заговорила про українських митців та художників, яких ти знаходиш. Мені цікаво, де ти їх знаходиш, тому що 100% є серед наших глядачів ось той творчий такий потенціал, який хоче розкритися. Де йому якби бути, щоб ти його знайшла?
Ну, во-первых, уже моей галереи, вот, которая занимается талантами, как раз уже 7-й год, и за это время у галереи наработана очень хорошая репутация в плане развития художников, поэтому они находят меня сами. Угу. Вопрос в том, как я выбираю. А вот это намного сложнее, потому что я, наверное, и галеристом, собственно, стала, потому что я не могу выбрать искусство, которое мне нравится все. Ага. И единственный способ, который я для себя нашла, собрать абсолютно все, что мне нравится, это стать галеристом, открывать одну за другой новые галереи, искать какие-то новые ниши для того, чтобы привлекать как можно больше художников и искусства в свою жизнь. Слухай, а під час пандемії і карантинних обмежень, як працювали загалом галереї? Як ви комунікували, так, з глядачем? Ну, тобто, як це відбувалося? Это очень интересный факт, потому что на самом деле запросов на приобретение искусства во время локдаунов было в разы больше, чем в обычное время. Я это связываю с тем, что в основном люди оказались заперты в своих там четырех стенах, и, конечно же, так как они не могли приобретать одежду или что-то, ну, чем раньше они проявляли себя, то они решили создавать красоту в своих жилищах. Поэтому запросов на искусство, на приобретение и скульптуры, и живописи абсолютно в разной ценовой категории было намного больше. Еще один интересный факт, что вырос спрос именно на коллекционные работы как способ сохранения денег, потому что особенно в первый локдаун все были настолько растеряны и не понимали, что, как, какие рынки упадут, и таким образом использовали искусство как способ инвестирования. Ну, а мы с тобой говорили про то, что ты привозишь картины або якісь вироби из Украины и в Украину. Для тебя особисто, что больше захоплює увагу, іноземні прояви творчості, чи все ж таки наші? Мне нравится вообще любое искусство, но я по первому образованию маркетолог. Угу. И, конечно, мне очень отраден факт, когда я беру молодого художника и вывожу его на какой-то более высокий уровень. Потому что на самом деле, по сути своей, это маркетинг. Угу. То есть, как, например, продюсеры делают поп-звезд, ну, из обычных людей, также галеристы делают арт-звезд из художников. То есть это стратегия, это разработка персонального бренда, это правильное принятие участия в правильных арт-событиях, ну и так далее, и так далее. Не буду раскрывать секреты, потому что завтра все начнут делать то же самое. А вот сама Украина, яке місце займає на цьому просторі? От цікавляться українськими роботами, їх купують з такою ж активністю, як, наприклад, мої іноземні роботи? К сожалению, нет. К сожалению, нет, но на это есть максимально две причины. Первая – это, так как я и говорила, что каждая страна поддерживает своих художников. Ну, скажем, как в спорте, вот недавно футбол, mm-hmm. да, например, mm-hmm. шел. Естественно, что украинцы болели за украинскую команду. А, естественно, в других странах австрийцы покупают австрийских художников, итальянцы – итальянских художников и так далее, потому что для них это важно. А вторая – составляющая того, что чуть меньше внимания к украинскому искусству, это то, что наши художники очень слабо видны в, ну, мировом арт-рынке. Угу. Большей частью это проявляется в участии как раз в мировых аукционах, выставках и так далее. Но этого, к сожалению, сейчас не так активно это все происходит. Ну, просто я помічала теж таку закономірність, що українці купують навіть більше іноземне. Чому це? Через те, що також наші не такі відомі? Ви знаєте, я недавно читала інтерв'ю з одним известным коллекционером, а он коллекционер уже в там четвертом поколении, то есть у них вся семья, в Европе они живут, и вот у них вся семья, они испокон веков собирали искусство, коллекционировали. И у него была такая очень интересная фраза, которую я даже себе скопировала и сохранила в заметке. Он говорит о том, что когда было время, когда его родители собирали, то они всегда пытались найти какие-то уникальные предметы искусства, ну вот даже какого-то известного автора, но не такие, которые были бы узнаваемы, а какая-то его там очень старая работа, или какая-то первая, или какая-то там чуть ли не зарисовка на бумажке, но его авторство, но чтобы была у них в коллекции такая работа, которой ни у кого нет. А сейчас тенденция коллекционирования, наверное, с приходом эпохи потребления и вот маркетинга, рекламирования и так далее, они модифицировались
в ту сторону, что наоборот все хотят иметь то, что есть у всех. Ага. То есть качество потребления искусства, оно перешло наоборот в то, что я хочу, чтобы у меня висел там знаменитый автор, узнаваемая работа, чтобы все, кто ко мне приходят, я куковый, сразу увидели и сразу узнали, что это именно он, и что вот я там ее приобрел и так далее. Именно, да, чтобы это было как у всех. Это не хорошо и не плохо, это просто новая тенденция, и, конечно, для галериста меня, ну, и маркетолога, и просто я понимаю теперь, почему и как люди совершают, принимают решения для совершения покупки. И, конечно же, особенно для людей, которые слабо разбираются в искусстве, и у которых нет личного арт-консультанта, который может порекомендовать, посоветовать, рассказать, ну, они просто выбирают то, что иностранное, значит, признанное. Потому что намного сложнее разобраться в собственном украинском или вообще в целом и понять, что из этого действительно сколько стоит и почему его нужно приобрести. Ну, от, власне, про вартість хочу запитати, так? Чи прибуткова ця взагалі професія, так, митця, людина, яка створює, ну, до прикладу, картини? Ну, вы знаете, художников очень много, и они прекрасно живут в большей степени своей. Конечно, очень важно, особенно сейчас, использовать абсолютно разнообразные инструменты для продвижения, потому что, как я говорила, продажи, они не появляются из ниоткуда. К продажам приводит маркетинг. А маркетинг, особенно сейчас, с соцсетями и так далее, это активное участие художника. И если раньше художники могли сидеть в своих мастерских, и их никто не слышал, не видел, и им нужен был там какой-то менеджер или дилер, или галерист, который будет заниматься всем вот этим вот общением с внешним миром, продажами, выставками, и позиционированием, продвижением, то сейчас, по большому счету, каждый художник имеет сотни инструментов для того, чтобы продвигать себя самому. И это прямая корреляция с продажами. Ну, круто. Тобто мистецтво у нас так само йде в ногу з часом. Конечно. Сейчас очень важно также использовать новые инструменты. Большинство моих художников, они уже переходят на какие-то смешанные форматы, такие как, например, диджитализация, виртуализация искусства, когда ты смотришь на картину, она одна, а потом наводишь телефоном, и там у тебя происходит вообще что-то другое. Это очень классный способ, например, развлечь ваших гостей в офисе или дома, да, ну и вообще знать, что вот все не то, чем кажется. Тобто спочатку малюється картина, а потім якось всякими цими IT-діджитал-штучками робиться ще якийсь додаток, який оживляє цю картину. Да, да, да. І получається вже сразу не одно произведення искусства, а два. Вообще очень модно сейчас придумывать и воплощать в жизнь такое искусство, которое предлагает зрителю стать частью произведения. Вот, например, диджитализация – один из способов, потому что ты уже не просто смотришь, да, и созерцаешь, ты не пассивный зритель, но ты можешь в том числе принять активное какое-то участие, там, разгадать загадку, которая заложена в картине, или что-нибудь в этом духе. Ну, як я ще розумію, що раніше, якщо ми згадуємо, навіть зі школи, як нас вчили там на основах образотворчого мистецтва, да, що, наприклад, картини, вони прикрашаються, якась там є ідея, закладення, щоб побути трішечки в такому стані, ну, в підвищеному стані духовному, то зараз, як розумію, що ви кажете, картина в офіс, то це певний спосіб розваги вже. Тобто мистецтво переходить як ось таку річ розваги комунікації з глядачем. Ну, нельзя так прямо обобщить все искусство. Есть искусство. Ну, я маю на увазі про сучасне саме. Сучасне искусство, оно тоже делится, например, на музейне и коммерческое. Ага. Музейное искусство, им занимаются художники, которые по призванию хотят поднимать актуальные вопросы своими работами, инсталляциями, перформансами, картинами. Чаще всего такие работы ты не повесишь к себе никуда в интерьер. То есть, скорее всего, их либо приобретут коллекционеры, которые хотят оставить в своей коллекции, как бы это сказать, портрет эпохи. Mm-hmm. Да? То есть изображаемое на этой работе, оно может быть совсем неприятным, но оно будет отображать какие-то остросоциальные или важные темы, там, глобализации, чего еще, нового климата, не знаю, диджитализации, отстранения человека от самого себя, войн и так далее, да. И эта работа останется в коллекции как что-то такое, что другие поколения смогут увидеть и осознать, как люди жили в это время. Mm-hmm. Вот. И в основном музеи тоже обращают на это внимание.
Но есть и коммерческое искусство, которое в том числе, кроме каких-то важных аспектов, поднимает и другие аспекты красоты, эстетики. И эти работы можно повесить себе в интерьер, и они будут украшать пространство и жизнь, в принципе, в целом. Ви знаєте, просто ми зараз заговорили за перформанси, це, можливо, буде зараз не про діджиталізацію, але все одно цікаво. Дуже багато зараз за кордоном, враховуючи екологічну ситуацію у світі, починають придумувати і одяг, і якийсь там дизайн, і творчі вироби з пластику, і, ну, таких подібних речей. Чи є щось у нас в Україні? Чи дивувало вас ось щось такого плану? Ви маєте в виду нові матеріали? Так, так, саме виготовлення своєї якоїсь... мистецького такого, скажімо, простору або мистецької якоїсь картини за рахунок нового матеріалу. І, можливо, це навіть якийсь пластик. Ну, наприклад, у нас є автор Діма Зазімка, який изготавливает картини, на які, коли ти смотришь, ти бачиш, що вони з металу. А на самом деле це така обробка холста, що... То есть це легкі картини на холсті, но они выглядят как металл. Металл с ржавчиной, он покореженный, там, поцарапанный. Прям вот кажется, что он, ты до него дотронешься, он будет холодный. Но ты дотрагиваешься, а это просто ткань. Такие вот очень интересные есть способы подмены материалов, которые создают такие визуальные иллюзии. Це просто для того, щоб було цікавіше, чи це от з якимось іншим меседжем? Навіщо замінювати ці матеріали? Ну, є фарби, є масло. А чому відбувається ця заміна? Ну, тут дуже багато скритих заложених смислів. Наприклад, метал сам по собі, он холодний, да, а автор робить так, що у вас відбувається оптична якась ілюзія. Ага. І ви, ну, все не то, чим кажеться на самом деле. Тут, ну, є дуже багато о чому подумати. Ну і наостанок хочу запитати, ви як галерист, так, яких талантів очікуєте, можливо, яких митців, чи яких стилей? Так? Ну, тобто, якщо той митець зараз нас дивиться і думає, так, в мене є шанс, хто він, ким він повинен бути, аби він, ну, попав вам прямо в сердечко? Я вам скажу, що у мене в галереї, де я працюю з молодими авторами, очень разнообразная программа выставок. Я недавно писала один пост в Фейсбуке, который собрал там очень много лайков, его перепостили разные издания. Я просто описала один свой день, когда утром у меня была встреча с художницей, и она пишет иконы. И я думаю, а нет, утро началось с того, что я встречалась с ребятами, которые создают NFT-арт. Ну, вот digital art. Это digital разные изображения, видео или гифки и так далее, которые продаются на специальных стоках за криптовалюту. И мы с ними просидели 2 часа, лазили по этим сайтам и смотрели, и они говорят, смотри, как прикольно, а там, ну, реально, ну, просто какие-то мультяшные изображения, еще что-то. Я за 2 часа так прониклась, думаю, ну, действительно, что-то в этом есть. А после них пришла девушка, которая пишет иконы. Представляете, какой вообще каламбур и диссонанс. И она мне рассказывала, как она пишет иконы, и она вот эту каждую икону она принесла, она там зашкуривает, потом накладывает 32 слоя там специальных материалов, потом она их расписывает. И я все сидела, особенно после digital арта, и думаю, зачем? Зачем она это делает? Ну и подумала, наверное, рынок сбыта икон очень широкий, и она классную себе нашла нишу, и говорю, а как вы их продаете? Она говорит, а я не продаю. Мне просто нравится писать иконы. Вот я 10 лет назад просто почувствовала, что мне нравится, и вот я их пишу. И я так прониклась иконами, подумала, вот это действительно какой-то такой вот особый вид у нее на жизнь, и вот ее так это вдохновляет. А после нее написал мне наш итальянский художник, который рисует манги. Манги — это такие китайские и японские комиксы. И он меня спрашивал, кого из украинских героев нарисовать в стиле манги, японских комиксов. И это спрашивал итальянский художник. И мне нужно было как галеристу свести вот эти 3 географии культур в какой-то один арт-проект. Я решила посмотреть, что такое манги, изучила всю эту субкультуру, и оказалось, она очень увлекательна. И после этого у меня еще было несколько диалогов, в том числе, например, одна из моих художниц в это же время прислала мне свою картину и спросила, она достаточно сырная? Сырная? Да, я подумала, может быть, сырая,
И говорю, а она что, сырая? Она говорит, нет, сырная. Оказалось, что она выступала с этой картиной на фестивале сыров, и задание для художников стояло в картине передать ароматы и вкус сыра. И вот так вот с этим искусством разнообразным я работаю каждый день. Поэтому отвечаю на ваш вопрос, что это может быть, и какой художник, или какой стиль, или какое направление может меня заинтересовать. Я вам скажу сразу, что нет такого чего-то в искусстве вообще одновекторного, чтобы оно было интересно. Каждое искусство, оно интересно. И я вообще считаю, и, наверное, одна из составляющих моей миссии как таковой является то, что я считаю, что если один человек на планете, вот ему дан или талант, или желание что-то реализовать руками и воплотить, любую идею с помощью любых материалов, то всегда найдется в мире как минимум один человек, для кого это было сделано и кому это нужно. Поэтому если художница пишет икону, то точно на планете найдется человек, для кого эта икона будет нужна. Если итальянец пишет японский комикс, то точно будет на планете человек, который просто будет тащиться от этого комикса. И если мои NFT-ребята создадут какой-то уникальный мультик для NFT-площадки с каким-нибудь абстрактным смайликом, который будет делать какие-то совершенно странные вещи, то точно найдется человек, который захочет за криптовалюту этот смайлик купить себе в коллекцию. Вот такое вот у меня убеждение. Поэтому я всегда открыта для всех художников, я принимаю любое искусство, и я, более того, хочу всегда понять, не просто там, да, красиво, некрасиво, да, там, продам, не продам, да, купят, не купят, а я хочу понять, как, почему этот человек вот мыслит так, что его заставило так посмотреть на мир с этой стороны. Клас. Клас. Я взагалі не знаю, ви сказали про ці сирні картини, про це все. Я прям розумію, що я дуже мало знаю про мистецтво, дуже мало оцих новинок, які я для себе відкривала. Тож треба якось до галереї завітати, а то все біжимо кудись і не поспішаємо. Приходите к нам. У нас в галереї з молодими художниками виставки міняються кожні 2 тижні. Угу. То есть можно просто каждые 2 недели приходить, и гарантированно вы увидите всегда новую экспозицию. И в «Мандарине» сейчас я буквально в пятницу выставила новую коллекцию летних работ. Они все очень яркие, они все на летнюю тему. Это сборная выставка украинских и иностранных арт-звезд, поэтому тоже приходите обязательно, смотрите и отмечайте меня в своих сторис. Ну круто. Дякую, что завітали у нашу студию. Ну і після перегляду цього відео одразу хочеться попросити вас завжди бути з нами, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути в центрі найцікавіших подій. А ще коментувати, натискати дзвіночок, аби не пропустити нового відео.